Эй, профессор Цундап, нужно заканчивать с этим Маквином. Он портит мне все. Конечно, сэр Майлз Карденвал, мы обязательно сегодня что-нибудь придумаем. Давайте. Надеюсь, мне не придется действовать самому. Давай, Цундап, действуй. Смотри, вон едет профессор Цундап. Ой, профессор, что ты толкаешься? Я только что разговаривал с сэром Майлзом Карденвалом. И он дал нам один день, чтобы мы разобрались с Маквином. Нужно вывести из строя так, чтобы он не восстановился. Надо как-то сжечь его движок. Вы поняли меня? Да, поняли. А как мы это сделаем? Эх, тупицы, все вам надо подсказывать. Сейчас я вам расскажу наш план. Хороший план. Надо действовать. И не вздумайте меня подвести в этот раз. Поняли? Да, мы все сделаем. Смотрите у меня. Давайте без лишних движений. Пока. Эй, ведра, я все разузнал. Сейчас Маквин приезжает на тренировку и будет гонять по треку. Он обязательно заедет к Луиджи и Гвиду, чтобы поменять резину и заправить топливо. Вот тут нам и нужно действовать. Эйсер-бейсер, значит, мы выманиваем Гвиду и Луиджи? А вы превращаетесь в них? И заливайте Маквину отравленное топливо. Его двигатель взрывается, а мы спокойно уезжаем. Все понятно? Да, давай действуем. Эй, Гвидо, завтра очень важная гонка. И Маквин сегодня будет тренироваться. Мы должны залить ему лучшее топливо и поставить лучшую резину. Все понятно, Гвидо? Конечно, Луиджи. Смотри, вон едет как раз Маквин на Маке. Эй, привет, ребята! А вот и я! Сегодня очень важная тренировка. Надеюсь, все пройдет гладко, без всяких происшествий. Гвидо, Луиджи, вы готовы заправить меня? Эй, Гвидо, Луиджи, я сейчас немного погоняю, а потом заеду к вам на дозаправку. Хорошо, ребята? Конечно, Маквин, ждем тебя на пит-стоп! Так, мне надо выманить Гвидо и Луиджи. Эй, Гвидо, кто это сигналит? Я не пойму. Надо посмотреть. Эй, Гвидо, поехали посмотрим, кто это сигналит. Может быть, кому-то нужна помощь? Нет, здесь, кажется, никого нет. О, ты слышишь? Опять эти сигналы. Поехали посмотрим, кто там. Эй, ребята, у вас что-то случилось? Что вы сигналите? Да, у нас случилось. Ой. Эй, кто вы такие? Что вам надо? Помолчите, ребята. Немного вам придется посидеть в тюрьме. Ну что, вы готовы испытать новое изобретение профессора Цундапа? Давайте, эйсер-пейсер, вся надежда на вас. Превращаемся. О, кажется, получилось.
Смотри, это же такие же Гвида и Луиджи, один в один. Теперь самое главное вам налить отравленное топливо. Маквино, вы поняли? Да-да, поняли. Эй, а где итальянский акцент, Луиджи? Да-да, поняли. Так-то лучше. О, смотри, вон, кажется, едет Маквин на дозаправку. Будь готов. Эй, как же нам выбраться отсюда, Луиджи? Они ведь испортят двигатель Маквину. А ну сиди тихо, помалкивай. Давай быстрей. Давай испортим его топливо. Вон Маквин уже едет на пит-стоп. Все готово. Эй, привет, ребята! Ну что, вы приготовили свое лучшее топливо? Да-да, Маквин, заезжай, заправляйся. Спасибо, Гвидо Луиджи, полный бак! Я пойду еще потренируюсь немного! Ха-ха, дело сделано, можно сваливать! Ой, как-то странно работает двигатель! Ой, что-то не то с двигателем! Что там Гвидо и Луиджи налили мне, я не понимаю! Ой-ой-ой-ой-ой, как меня трясет! Ну, попробую разогнаться! Ой-ой, смотрите, я не могу дальше ехать! Что с моим двигателем? Он задымился! Ого, вот это дым! Что же мне налили, Луиджи и Гвидо? Ай-яй-яй, Майк, быстрее забери меня с трассы, мне нужно на ремонт. Ну что, ведра, дело сделано. Может, избавимся от этих итальяшек? О, нет, не надо огонь, не надо, больно. Эй, Эйсер, Пейсер, давайте верну вас обратно в нормальные машинки. О, ну наконец-то мы вернули свои нормальные машины. Эй, отпустите нас, отпустите! Давай расплавь их, Грэм, нам не нужны свидетели. Нет, выпустите нас! Эй, слышите, кажется, это сирена! Смотри, едет шериф, валим ведра! Ох, Гвидо, я думал, нас сожгут. Что случилось, Гвидо, Луиджи? Я слышал, как вы сигналили. Ой-ой, это ведра, они чуть нас не сожгли. Преследуем ведра. Эй, Гвидо, все в порядке? Что случилось? Это ведра, ловите их. Что же могло произойти? Надеюсь, меня смогут починить. О, Мак, быстрее вези меня! Мне срочно нужно в ремонтную мастерскую. Эй, где Гвидо и Луиджи? Что они мне налили? Что за топливо? Маквин, здесь не обошлось без ведер. Это все их проделки. Надеюсь, меня починят, потому что завтра очень важная гонка. Ребята, подписывайтесь, смотрите завтра мультик «Новые гонки» и поставьте лайк. Ой-ой-ой.